У нас сегодня трансляция будет посвящена, ну, скорее всего, исключительно Elden Ring, потому что надо подготовиться, надо вообще вспомнить, что за игра, надо вспомнить управление, да, вот настолько все плохо, надо найти того самого босса и победить его, тот, который смог повелитель крови, или как вы его величаете. Обязательно надо его найти, победить, потому что без победы над ним нас не пустят в DLC. Так, хорошо, вот геймпад от Тодда Говарда. Не работает. Понятно. Ну ладно, перевтыкаем. Ух ты. Реально работает, ребят. Ух, сегодня мы, конечно, всех боссов убьем. Да, блять, ну ты за... Ну, ёб твою налево! Ну, сейчас, погоди. Ой, блять, жопа зачесалась. На, блять! Ну что это? Да это не моб, это босс целый. Ты козёл, в смысле? Думаю, что со смогом будет полегче. Изи. Легенда. Спасибо, чат. Приятно, конечно, безумно. Ну давай! Да что ты творишь такое? Я, в принципе, научился. Покажите мне босса. Вот, это моя основа. Олег. А, Олег! Я помню, я призывал Олега, точно. Фига себе, спидран, на 5 минут отошел на кухню. Вот мне сейчас прямо или все-таки налево? Люди говорят, что... Да пиздец, вы чего? Твари, а, болотные? Нужно пробежать скелет, понял. Не пробежал скелет. Да пиздец, ну я даже не знаю, откуда ты вылезешь, блядь! Да меня просто станет пиздец! Охуеть! Заебись, блядь! И вот она, арена, да? Я понял. Я помню этот шар. Во, оно? Может, ну его на... Это DLC. Добро пожаловать, дорогой гость. В наше королевство. Update available. Figma. Install now. No, thank you. Not the right time. Олег! Let's go, Олег, давай! Развали ему кабину! Олег, ты первый! Проткни его. Что это? Ёб твою на... Пиздец. Нет, Олег, ну без тебя я не хочу! Я умру, Олег, только с тобой! Чё ты там делаешь? Ёб твою... Что это? Это не хил? Какой круг... Что? Гол! А что это такое? Он отхиливается! Что, козёл? Олега я призову попозже, когда убью тебя. Давай! Давай! Или не убью. Амарант разбанили. Амарант разбанили, а тебя забанили. Смотри, как получилось. Здорово, да? Баланс, помилуй! Что? Как чё? Как блять, как это вообще вылезло-то здесь? Олег, ты со мной? Олег, поговори со мной! Нет, Олега, нет. Мне 34 года. Может, 35. Мне сказать, иди нахуй. Хорошо, Олег, я тебя услышал. Спасибо, что на связи остаешься. Я... Алло! Ты чертов гений! Спасибо за расшатанные нервы. Меня уже трахают! У меня есть идея не вызывать пока Олега. Сомнительно, но окей. Олег сказал сомнительно, поэтому вызываем его сразу.
Что? Предаю. Я. Вот просто. Да, да, я, да, это я. Я просто чувствую, что мы очень близко к победе. Блять, не в этом трое. Тут, конечно, я почувствовал конец. Сука, и в меня я прям. Я могу один раз ошибиться. У гражданина юбилей. Да какой юбилей, господи! Ты будешь попадать, я не пойму! Два таких сочных удара, блядь! И куда? В никуда, блядь! Гандон ты штопанный! Пиздец! Нет, 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 нет! Ну встань! Ну встань! Ну, блядь, ну что ж ты лег-то? Чат, он реально 2.5 часа тратит этого босса? Кто тебе сказал? Спроси через 10 минут еще раз. Я и не хочу Микелу никакую забирать! Чел, я хочу забрать просто DLC. Дай мне в DLC поиграть. Почему я, блядь, взрослый человек, заплатив каких-то там $20-30, блядь, должен ебаться с каким-то могом, чтобы поиграть в DLC? То есть я за свои деньги должен еще с тобой поебаться? Это как вообще? Да, блядь. Броню, блядь, надену. Сука. Пиздец тебе. Олег, блядь, ты сзади, я спереди. Либо ты спереди, я сзади. Хули ты лезешь на мою позицию, блядь? Где тактика? Почему тут все на М? М, МОК, Эп, Микелла, Марика, блядь. Что за МММ какой-то, блядь? Это пирамида какая-то, Souls-like пирамида. Нельзя умирать, нельзя умирать! Нельзя умирать! Держать строй, блядь! Мы в дерьме. Да не в дерьме, блядь, ну сука, ну грась. Нахрен. Сука, ты, блядь, остановишься ли? Так и будешь хуярить, я не пойму. Ты можешь передохнуть, можешь там кофе попить, блядь. Хуярит и хуярит, ну блин, просто везде хуярит. Хуярит, хуярит, блядь, ударов. Соси, хуй, блядь. Где Олег? Да он в отпуск уехал, блядь. Я пока вот думаю. То есть, ну ладно, на тебе Олега, соскучился уже. Олег, выходи! Сомнительно, но окей. Ну застань, пожалуйста, застань, ну застань, ну застань! Ну не меня застань, его застань! Ну во! Да! Чего вы возмущаетесь? Видите, даже мем про это сделали. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. У меня то же самое. Меч две руки. Блять, все это время я... Сука! Где был тот человек, который... Блять, что вы раньше не сказали? А что надо нажать? Блять! И сколько трайв я... Ёб твою на... И сразу игра пошла. Боже мой. Вот сейчас. О, блять, ну пол арены засрал. Ну пиздец, ну не подойдешь. Ну что это за хуйня? Блять! Бесит, сука! Эй, ребята! Что нам с ней делать? Продолжение след. Пиццей накормить, конечно же. По промокоду ВЛГДОДО вы получаете мясную пиццу в подарок при заказе от 1199 рублей. Пожалуйста, скажите, что это единственное препятствие перед DLC. То есть там не будет второго босса, еще какого-то, блин. It's time, my boy! Show him what you got! Да, блядь, да, я же Олега вызвал! С ним, блядь, не воюй! Козел, блядь! Быстрее. Ты куда спешишь, что ли? Я же искусственно растягиваю стримы, геймплей, чтобы аккуратно попасть к релизу DLC. Ёбаный рот-то! Блять, ты все засрал, мудила! Ну, ёб. Смерть! На смерть! Да почему? Запомни, ты уже ну все, блять! Прокачать Олега, нужно тэпнуться в хаб. Кажется, я примерно знаю, как это делается. Блять! Сосок нажми. Нажал сосок. Я нажал на сосок! Нажал! На какой? На геймпаде или на свой? Какой трай? Третий.
Даже если он добавит очищенную слезу, то даже так не пройдет его. Ты давай пизди там, гвоздика, блядь, в чате. Мог, я хочу в DLC, пусти, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не говоря, ну, вы будто бы озвучиваете мои мысли. Сколько там осталось до выхода DLC? Час? Денис, ты уже 5 часов тратишь этого бота, может быть, надо было вчера начать, а не неделю назад. Какая смешная. Ой, какая смешная. Я пришла, пошутила. Люси, думаешь, что она не получит пизды? Получишь. Ты охуел? Ты скажи, ты охуел? Ты маску сними, да я в глаза тебе посмотрю, как ты охуел. Все, я чувствую, вот сейчас. Я уже знаю его как облупленного. А вы говорили, я уже сказал, от 5 до 10 траев. От 5 до 10 траев. 28 раз выстрелил. На 29 раз он, блядь, обосрался. А нет, не обосрался. Отлично, ты справился. Молодец. Какой же молодец. Какой, вот это я понимаю, работа. Спасибо, Дим, приятно. Легкая, легкая, легчайшая. Для кого? Для величайшего! Для величайшего. Короче, если что, пишет Дима, я не ваншотаю босса, я ставлю ему один удар, и ты убиваешь. Топ-контент будет. Дима, я убил босса с 5, 10, 60. Короче, неважно, я его убил. Все нормально. Я убил свои залупы. Вот этой ковырялкой, которую я нашел в самом начале игры. Какой-то каменный тесак. Никто никогда его не прокачивал. А я с ним прошел. Вот так. Всем привет, меня зовут Денис, я с канала Love Games. Подскажите, пожалуйста, как слезть с коня? Просто, ну, все предыдущие разы меня сбивали с коня. Мама! А, в смысле? А как это возможно? Вторая стадия, двойной прыжок. Ну да, что-то он прям распрыгался. Сука, мразь, ты чего? Ах ты уёбок. Ну камон, только мне так можно делать, ты... Ну все, это сразу, блядь, демотивация. Ну это пиздец, нет, я ненавижу такое говно, блядь, ну... Блядь, а! Окей, окей, это было смешно, да. Стал такой, блядь, где? А все. Ой, как же долго ты вот это делаешь. Обожаю такие затяжные удары. Ну, это забавно, с одной стороны, с другой стороны. Ладно, нормально, чё постою, понатягиваю. Рано или поздно он доберется. О нет, он уже близко. Брат, да я пошутил.
Ну чё, блядь, ну... Она тебя столько стрел потратила, ты мразь. А тут я. Ах ты, сука! А чё, так можно было? Просто мне ногой пыль. Кому салат на завтрак? Ты не имеешь права, боже, ты не имеешь права, блядь! Да, блядь!